Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик. Сегодня у нас новенькая серия Car Mechanic Simulator. И как я и обещал, а вы попросили, поддержали мою идею, сегодня у нас будет челлендж. Попробуем заработать сегодня 100 тысяч за серию. Я думаю, что это будет достаточно легко. Надеюсь, ребят, на вашу поддержку. Вашу поддержку вы можете оказать мне очень просто. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые серии, а также лайк и любой комментарий, просто для поддержки. Итак, ребят, начинаем. Вот так, у нас есть с вами 1 миллион 142 тысячи. Запомнили эту цифру? Я не запомнил, но примерно надеюсь, что мы с вами как-то сможем. Итак, быстренько погнали на свалку. Все-таки, я думаю, надо на свалку валить, потому что аукцион делал такое, знаете, тут то можно что-то выхватить, то нельзя выхватить. Такое очень странное все дело. Вот на свалке бывают такие просто персики. Реально, с одной тачки можно полмиллиона заработать. Ну, как минимум 100 тысяч точно можно. Но не с каждой тачки, поэтому у нас все очень усложняется. Надеюсь, что все получится. Ребята, пока у нас загрузочка, вы можете перейти по ссылке в описании и попадете в лучший магазин игр, в котором продаются топовые ключи к самым топовым игровым новинкам, а также аккаунты, кейсы, рулетки. И это все есть. Там даже прокачка GTA 5 есть. Короче, ссылочка в описании, ребят. Обязательно переходите. Я думаю, что каждый из вас сможет найти то, что давно искал. Тем более, что сейчас у нас действуют акции и цены максимально снижены. Не упустите свой шанс, ребят. А у нас загрузка 5%. И вы понимаете, что что-то... О, просто видите, вот так вот. Пошло дело, пошла жара. Так, по-любому сейчас здесь что-то будет. 100%. Я уверен, что-то должно быть. Быстро идем, ищем, и что-то должно быть. Эль Камино, неинтересно. Доджик, что у него по двигателю? Двигатель есть? Ну, посмотрим, сейчас будем просто все подряд брать. Не только вот, как я обычно беру, типа, какие-то брендовые тачки. Нет, сейчас будем просто все подряд. Так, цена 11 тысяч на него, состояние кузова 11%. Берем. По крупицам чуть-чуть, ну, берем, короче. Гараж. Погнали дальше. Камина не будем брать. Здесь пусто. Здесь вообще пусто что-то. Так. Что ты такое? Еще камина. Audi TT. Или что это? Или это Eclipse? Не понимаю, то ли ТТ, то ли Eclipse сзади вроде. А, это понял, это не модовая тачка, это стандартная какая-то. Стоит 18, ну, блин, такое себе. О, Charger. За 8900, кстати, кузова 6. Пробег огромный, дорого не продадим мы его. Блин, что-то пока не фартит. Сейчас быстренько восстанавливаем тот. И обратно сюда. Так, назад в гараж. Да, без покупок. То есть просто, блин, будем вот так вот бегать. Каждый раз, конечно, мы нормально так денег всаживаем, потому что 250 баксов стоит сюда попасть. Но, тем не менее, есть какой-то шанс, есть что-то выхватить, ребят. Что-то выхватить есть шанс. Так. Снимаем с него все, что можно снять. Для восстановления. Так, а это что, никак нельзя снять? Никак нельзя снять. Ну и все, по идее. Так, ладно. Его давайте переставим мы на... Так, переставить мы его на подъемничек переставляем. У меня еще прадик же был, как вы помните. Ну, прадик я отправил пока на стоянку для того, чтобы... Для того, чтобы как бы, ну, смысл в чем. Так. 141 у нас была изначально. Сейчас быстро чиним деталье и продаем его. Особо ничего не починилось, к сожалению. Все, очень мало чего починилось. Смотрим, сколько он сейчас стоит. Ну, хотя нет, смысла нет даже сейчас смотреть, сколько он стоит. Капот новый. Крыло старое. Дверь новая. Багажника у нас не было, затка не было. Здесь дверь старая. Стекло.
Бокового зеркала не было. О, хотя бы крыло новое поставили. Морда была старая. Здесь тоже стекла не было, но зеркало-то было, зеркало было. Так, наверное, все. И может, фары были? Ну-ка. Нет, фар не было. Короче, почем мы его можем продать прямо сейчас, если ничего другого не делать? За 16. А взяли за 11, по-моему, да? Продаем. У него пробег просто конский, мы особо ничего с него не вытащим. Ничего я не заработал. Ничего не заработал. Ой, какой аэропорт? Не аэропорт, свалка. Погнали. Первая сделка так себе прошла. Ну, 1000 мы заработали с вами, но это фигня на самом деле. Надо что-то жирное выхватить. Вот если мы что-то жирное выхватим, 100% хорошо заработаем. Это гелик, это SLR, это, ну, что-то вот такое. Но в любом случае, 100 тысяч за серию, это челлендж, надо выполнять. Так. Так. Опа. Опа, прадик. Надеюсь, пробег маленький. Пробег 14. Забираем прадик, просто несмотря на него. Забираем. Так, прадик в гараже. Хорошо. Зашли уже неплохо. Пробег маленький, деталей нет. Мы купим детали и продадим прадик. Я думаю, что нормально, с нормальной выгодой он уйдет. Но может и нет, кстати. Никогда не обращал на это особого внимания. Надеюсь, что все хорошо у нас будет. Но пока что-то жирного, ничего не вижу я. Опа! RX 7, тоже запчастей особо нет. Пробег очень большой. Пробег очень большой, но, как видите, можем продать ее особо без... Ну, короче, без особых потерь, если что, мы ее можем продать. Поэтому давайте тоже купим. Тоже в гараж. Так, погнали дальше. Набираем обороты, хоть по мелочи, но сейчас что-то нагребем и надеюсь, что... Сможем с вами 100 тысяч-то за серию наколупать. Просто серия не должна быть, я думаю, трехчасовая. Поэтому мы отправляемся сейчас обратно в гараж. Да, без покупок. Без покупок, конечно, да. Две тачки забрал, без покупок. Быстро сейчас разбираем продос. Чиним его детали. Покупаем новые детали, которые недостаточно. Продаем продос. То же самое делаем с Маздой. И заново идем на рынок. Хотя, кто его знает, может, мы сейчас с прадика заработаем. Так, у нас 143 тысячи было. Ой, 142 было. Так, сразу обе тачки на подъемники переставляем. Так, сварочник, задний бампер снимаем. Что здесь? Есть что снять больше? Ничего снять нельзя. Здесь... В принципе, это хорошо, знаете, отчасти проще так, типа, все купить можно сразу. Просто все покупаешь и все. Так. Роторного мотора нету? Нету. Погнали, значит, сварочник тащим. Сначала ко второму. Свариваем, да. Теперь перетаскиваем ее к третьему. И тоже свариваем. Да. Так, отлично. Теперь собираем прадик. Он, интересно, как называется? Прада, нет? Land Cruiser он называется. Так, Land Cruiser он называется. Давайте погнали в магазинчик. Быстренько, быстренько тарим. Так, Land. Так, Land Cruiser. Багажник купить. Стекло купить, это купить, задний бампер купить, капот купить, дверь купить, фара купить, дверь купить, фара купить, это что такое, зеркало купить, кузов, просто жесть, сколько тут запчастей на него, это что такое, левое крыло, правое крыло, бампер, дверь, фара. По идее, вроде как все. Надеюсь. Так, собираем.
Откуда у меня столько капотов? Блин. Ну ладно, я не знал, что у меня есть капоты на него. И бампера есть на него. Но это очевидно, да, что... Так, я купил вот эту. Я буду собирать, короче, запчастей, которые я купил, ну, для того, чтобы... Для чистоты эксперимента. Так, видимо, у меня продос уже был. Где-то в какой-то серии. Так, стеклышки есть. Ну, вы видели, что я это все покупал, поэтому тут претензий не может быть никаких. Задний бампер обычный. И я тупанул. Здесь задний бампер был, надо было попробовать его восстановить. Ладно. Так, обычная. Обычная история. Я, по-моему, даже лабаш купил, если что. Сейчас попробуем снять лабаш. Да, я, по-моему, купил лабаш. Да. Так, и я вот это тоже купил. Так, ставим новое. О, заднее стекло не поставил. Заднее стекло тоже новое. Так, у нас продос полностью куплен, за исключением салона. Поэтому мы его сейчас... Куда мы его перегоняем, получается? Перегоняем его к воротам. Красить мы его, естественно, не будем. Так, у нас нету руля, у нас нет двух передних сидений. Задние сиденья есть, задние сиденья есть, переднего нету. Так, сборка салона. Как это? Где монтаж салона? Мне монтаж салона нужен. Монтаж, но салона. Как сделать монтаж, но салона? Так, заднее сиденье снял. Теперь, по идее, можно попробовать... О, это на Маздочку. Нет, а это мы не будем чинить. Так. Сиденье мне, короче, надо, получается, да? О. Сиденья тут не отреставрировались. Так, получается, смотрите, какие... Руль такой, а сиденья вот какие-то такие интересные, то есть нужны. Давайте посмотрим. Так. Домашняя страничка и салоны. Салоны, салоны. Короче, передние сиденья какие-то интересные должны быть. Так, а что-то я не вижу таких интересных. А. Вот какие-то такие вот там. Вот они. Раз, два. Так, а руль какой-то такой пухлый, типа вот... Не знаю, какой-то на прадике руль должен быть. Интересно, любой подойдет? Нет, не знаю. Больше нет там рулей никаких. СРТ, Мазда вижу. Вот что-то руль на Тойоту не вижу похожий. Вот этот может. Какой на Тойоте руль-то? Или вот этот? Наверное, вот этот. Мне кажется, вот этот тойотовский руль какой-то. Так, ну что, попробуем собрать. О! Хорошо. Блин, руль, видите, какой там деревянный должен был быть. Но это тоже пойдет. Теперь гоним сюда химчистку. Химчистим салон. И все. И продаем прадик. У нас было 142 тысячи на старте. Так, закрываем двери. Надеюсь, это придаст цены нам. Ну что, давайте продавать его, посмотрим. 56 тысяч. Неплохо. Продать. Так. Блин, 151.
Было 100. Я мало заработал на нем, ребят. Вообще мало заработал. Так, у нас дверь, по-моему, только одна здесь есть. И все, да? Короче, у нас только одна... А, нет, бампер, по-моему, задний был еще. Да, задний бампер. Так, передние крылья. Что это? RX-7 у нас. Покупаем на RX-7. Не знаю, что с этого мы заработаем. RX-7. Просто RX. VRX. Так, а если 7 мы просто напишем? Ох, тут много слишком всего, я понял. Так, ладно, давайте посмотрим, как она называется, потому что что-то не так. Mazda RX-7. Странно, что не так тогда? А, может надо было с этим, с заглавных, типа RX, и вот так вот 7. Нифига нету. Нет, хотя подождите. RX. Тут на VRX. Подождите. Может быть, я, кажется, понял, в чем дело. Надо вот здесь писать. RX. Да, вот здесь надо было писать. Итак, баг Mazda RX-3. Нет, RX-7. Задний бампер есть, крышка багажника нету, капот нету, фары старые, дверь левая нету, фары нету, этого нету. Лобач поменяем, крылья. Дверь правая есть. Так, все вроде. Собираем. Капот. Крыло. Дверь. Стекло. Зеркало. Фара. Бампер. Ну, она недорого все равно стоит, но хоть что-то. Слушайте, 100 тысяч даже сложно будет сделать. Я думал, что быстрее все это будет. Короче, мы больше не будем такие тачки брать. Будем брать только прям реально выгодные. Потому что это невыгодно нифига вообще. Просто невыгодно, ребят. Просто невыгодно, пипец. Так, я купил еще лабаш. Поэтому это мы продаем. И... ставим новый лабаш. Так, смотрим на статус. Состояние салона дерьмовое. И продать мы можем очень дешево. Так, перегоняем тачку... Так, к воротам. Салончик, ну, слушайте, здесь сильно он нам не поднимет, конечно, цену, но давайте попробуем. Так, здесь вообще, типа, обычные такие сидушки нужны, две штуки. И я так понимаю, что химчистка, наверное, поможет. Так. Салончик, погнали салончик искать. Пипец просто, это будет долго. Даже 100 тысяч будет долго набить. Я думал, что гораздо быстрее. Так, какие-то, ну типа, обычные, да, вот такие, по-моему. Надеюсь, подойдут. Надеюсь, реально подойдут. Да, вроде подошли. Все. Так, ну-ка, статус. Состояние салона сильно не поднялось, но, может быть, химчистка его как бы чуть приободрит. Так. За 30-ку мы можем продать. Купили что-то ее, ну, не очень дорого. Так, стоп. Химчисточка. Использовать, да. За 34 тысячи состояние салона классное. Ну, что, продаем. Пипец невыгодно. Просто пипец невыгодно. Но у нас, тем не менее, 182 тысячи, а было 142. То есть мы 40 тысяч заработали, это уже хорошо. Давайте, ребят, осталось 60 тысяч заработать. Я думаю, все получится. 60 тысяч, это нормально. Это можно сделать. В принципе, даже, наверное, если фартанет, то можно и 500 сделать. Прям вот
с одной тачки. Но это должно реально прям повести. Таких машин очень редко можно встретить. Нам осталось 60 тысяч, я думаю, что мы справимся. Как видите, я в движок не лезу, потому что это долго и это не всегда оправданно получается. Так. О, фу, блин, я думал, что что-то не так. Что что-то здесь не то. Так, тихо, где я заблудился? Опа! BMW M3. Пробега просто, просто чума. Нет, нет, мы не будем это брать. Это невыгодно. Надо, чтобы пробег был небольшой, тогда тачка ценится хоть чуть-чуть получше. Вот чуть-чуть, но получше. Потому что с такими пробегами, ну вообще. Слушайте, что не... Опа! Опа-опа-опа-па. Так, это что такое у нас? Это люксор какой-то. Пробега очень много. А вот это Хаммер. И Хаммер, мне кажется, может цениться. Слушайте, мне кажется, Хаммер может цениться. Не знаю лично, но давайте, наверное, возьмем. Типа за десятку. Так, что-нибудь еще. Дайте нам еще, пожалуйста. О! Что-то... Что это такое? Мерс? Мерс. Мерс. Берем Мерс. Так. Мне кажется, что с этих тачек мы должны заработать. Это, конечно, не гелик. С геликом можно нормально денег заработать. Но, тем не менее, хоть что-то. Ты что такое? Ты что за покемон? Пробега 300 тысяч. Нет, все, ладно, погнали. Я надеюсь, что с этих тачек мы реально сейчас заработаем. Я очень надеюсь, что с этих тачек мы реально сейчас заработаем просто денег. Блин. Я что-то переживаю уже, если честно. Как бы время-то идет, а еще 60 тысяч надо где-то набить. И просто я такой, типа, 500 тысяч за серию, это жестко будет. Короче, ребят, если это видео наберет 5 тысяч лайков, то в следующем серии я сделаю 200 тысяч за серию. Да, жестко. Жестко Хаммеру досталось. Так, погнали сначала захимчистим салон. Насколько это возможно. Хотя, нет, смысла нет сейчас. Потом его обратно сюда перегонять надо, чтобы... И хотя нет, подождите, мы можем собрать же сначала салон, да. Сейчас с салонов начнем в этот раз. Так, перенести оборудование к воротам. Два ворота. А, блин, это Мерс. Ну ладно, ладно, ничего страшного. Чпак. Перенести оборудование к воротам один. Смотрим, что здесь, кстати, по салону стало. Сразу 100%. Сразу он дороже стал, видите? Так. Чпак. Здесь у нас не хватает, получается. А салон все равно 100%. Нас не хватает одного сидения, но... Так. А нет ли у нас такого сиденья случайно? У нас есть такое. Давайте поставим. Просто на пофиг. А руля нет у нас? И руль у нас есть. Все. Салон есть, хорошо. Так, сколько теперь ты стоишь? 12 тысяч. Недорого все равно. Так, теперь мы их ставим на подъемники. Переставить машину на подъемник один. И тебя сразу на подъемник погнали. На третий подъемник. Так, теперь сварочник перенести на подъемник 2. Шпрех. Так, здесь просто все надо. Вот на Хаммер просто все надо. Вот эта фара удаляется. Лобача здесь нет. Короче, на Хаммер нужно просто все детали. Вот просто все. Вот сейчас он сколько стоит? 13 тысяч. Так, погнали. У нас Хаммер получается. Так, кузовные детали из мастерской. Просто пишем так. H1. Ух, сколько тут всего. Так. Что, все надо покупать, что ли? Что-то я не уверен, что все надо. Ну вот это точно не надо покупать. Так, подождите.
Давайте начнем с того, что мы точно уверены с вами. Дверь передняя, раз. Стекло правое. Левой двери, правой двери. Бампер передний. Дверь. Задняя фара. И задняя фара. Дверь. Капот. Дверь. Так. Задок. Задний бампер. Левое дверное стекло. Походу это на задок. Крышка двигателя. Фара раз, фара два. Что-то не знаю, все не все, но не знаю, короче. Погнали собирать и посмотрим, что собралось, что не собралось. Так, раз. Стекла нету. Два. Стекло есть. Зеркала нету. Здесь такая штука. Лобач нету. Бампер есть. Фары есть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Дальше собираем. Стекло здесь есть. Зеркал, короче, я не купил. И не купил одно стекло, получается, да? Это дичь какая-то тут получается. Ну ладно. Ну а что вы ожидали? Ну, как-то так. Так, заднее стекло, лобовое стекло получается. Левое заднее крыло. Так, подождите-ка, смотрим на статус автомобиля. 65 тысяч. Тьфу, блин, 65 деталей. 65% деталей у нас есть. То есть у нас нету лобового стекла. У нас нет заднего правого. Так, заднее правое. У нас с жепой какие-то. И у нас лобового нет. Лобовое стекло. У нас с жепой какие-то проблемы. Для этого нам что-то, видимо, нужно докупить. Но только я не понимаю, что это вообще. Либо нам надо задок вот типа такой купить. Давайте купим. А, зеркала. Зеркала. Так, вроде как теперь все. Это убираем. Здесь получается, теперь мы ставим нужный задок. Ну, вроде как. Дверь есть. Ой, стекло есть. Это есть. Это есть. И это есть. И там что-то еще можно. Какие-то канистры докупить. Типа они, походу, нужны, эти канистры. Не знаю, что тут по состоянию. 28 тысяч. Просто, просто пипец, как мало. Продать автомобиль. Это очень мало. И мы, по-моему, за 20 купили, типа того. Так, где наш сварочник? Просто жестко. Я надеюсь, что Мерс хотя бы будет поинтереснее чуть-чуть. Это снять. Это снять. Это снять. Больше тут ничего и нет на нем. Попробуем сейчас что-то починить. Не знаю, получится, нет. Так. А их нельзя продать? Типа по 60 баксов. Ну ладно. Так, короче, собираем, что есть на Мерса, и остальное докупаем. Дверь новая. Что там еще было? Задний бампер, да? Не, крышка багажника, да. Так, фару это лучше поменять, потому что она старая. Короче, у нас только правая дверь есть и задний этот. Это что за машина у нас вообще?
C63 купе это у нас, понятно. Покупаем на C63 купе, что там? C63. Надеюсь, что это здесь все на купе. Да. Так, left, right. Задний бампер у нас есть уже. Стекло. Пипец, что дорогое все такое. Правая дверь у нас есть. Нам нужна левая дверь. Левая дверь, окей. Капот. Тупо самый дешевый капот ищем. По 1000 капоты. Жесть. Очень все дорогое. Просто очень все дорогое. Крышка багажника. А, нам бампер нужен. У нас есть крышка багажника. Ну, типа, они одинаково стоят. Можно и понтовый взять. Так, капот. Есть. Блин, а фонари, что-то я не понял. Типа, то есть, походу, и такое надо. И фару, и габаритку надо взять. И такую еще фару. И зеркало. Так, передний бампер у нас нету. Поэтому берем. Опять фару, фару, фару. Стекла. Раз. Правое стекло кузова. А. Так. Смотрите, левой двери, правой двери, решетку радиатора, типа, надо взять. Самую дешевую, естественно, возьмем. Лобач. Так. Левое стекло кузова А. И заднее стекло. Будь оно неладно, очень дорогое. Так, пороги еще. Тут АМГшное, типа, было, но без разницы, походу. Ну, вроде все, пошли собирать. Не знаю, что-то опять, походу, денег втопил просто море. Так, еще руль придется купить. Просто быстрейший кузовной ремонт. Ух ты! Выглядит жирно, но диски эти вообще сюда теперь не подходят. Ну и ладно, что поделаешь. Так, я не купил одно зеркало. Хотя вроде покупал. Я не купил губу на бампер, или как она называется. Ну типа спойлерочек такой. Так, и я не купил руль, получается. То есть правое зеркало, руль и на багажник вот эту штуку. Так, машину мы должны переставить с вами. Да ё-моё, ты можешь переставиться, нет? Переставиться к воротам. Так, салон мы там не делали же в нем, да? Вы просто посмотрите, типа, какой должен быть вылет колес. Как это убого смотрится сейчас. Так, погнали докупать... Спойлерок раз. Получается левое. Нет, правое. Правое зеркало и руль. Вроде все. Вроде все. Не знаю, сейчас посмотрим, что по деньгам получится, но. Я не питаю иллюзий, если честно. Я думаю, что чего-то сверхъестественного мы здесь не получим с вами. Это, конечно, Мерс, все дела, но мне кажется, что сотку мы все равно еще не заработали. Так, мы его собрали, смотрим на состояние. 56! Так, состояние кузова. А что еще не так с кузовом-то? По-моему, все поменял. Мне кажется, я вообще все прям поменял по кузову. Что не так-то? Ну-ка, может крышу как-то можно? Не, заднее стекло вроде новое, здесь... Здесь все новое, типа, что не так-то?
Крышка багажников. Короче, все новое. Не знаю я, что конкретно не так. Продаем тачку. Продаем тачку. Продать тачку. Так, нам осталось 20 или сколько? 30 тысяч осталось заработать. Ребят, быстрый. Да никакой не аэропорт. Свалка металлолома. 30 тысяч осталось заработать. Я думаю, все получится. Я прям уверен, все получится. 30 тысяч осталось, это фигня. То есть мы 70 с вами заработали уже. Было у нас 140 тысяч. Блин, а вдруг у нас 40 было? Типа 1 040 000, а не 1 140 000. Да нет, вроде было 1 142 000. Я надеюсь, что сейчас мы что-то найдем такое, что просто сразу же все закроет наши вот эти потуги свои. О! Вот она сразу же и закроет нам все. Тупо даже смотреть нечего. R8, просто R8, ребята. Купить сразу R8. Гараж. Но мы пройдемся в любом случае, потому что мало ли что-то еще будет такое прям дорогущее здесь. Но R8 должна прям нормально нас окупить. Хотя, может, и нет, я не знаю. Но за полтос, мне кажется, она должна продаваться. Так, это сток-тачка. Это лансер. Нет. Нет. Вот это семерка. И это что такое? Нет, пожалуй. Пожалуй, тоже откажусь. Блин, да что ж такое, нам что-то не фартит, ребята, вот прям вот не везет и все. Мы сейчас будем R8 восстанавливать, и походу все, больше пока нет тут ничего. Типа семерки нет смысла брать. Не знаю, получится ли с этой покупки отбить еще 30-ку, я очень надеюсь на это, но не факт. Короче, должно быть 242 и больше. Просто жесть. Что-то прям сложно как-то. Так, разобрать. Разобрать. Дальше. Салон. Сиденье есть такое. Ну, типа не очень подходящее, но ладно. Так, сюда мы везем химчисточку сразу же. Химчистим ее. К воротам. Потом тачку загоняем на подъемник. Восстанавливаем деталье. Так, сразу смотрим ценник. Уже 12 тысяч она стоит. Состояние салона на 100%. Это шикарно. Так, машину мы переставляем на подъемничек. Сразу лобач тоже снимаю, потому что его лучше поменять. Так. Сварочник. Сварочник варит. Идем ремонтировать деталье, которое можно отремонтировать. Так, R8 хорошо. Фара это хорошо. Капот это прекрасно. Остальное нет. Остальное нам надо продать. Так. Продать за $8. Продать. А, R8 дверь нет. Вот эту дверь продать. Стекло продать. Все, что от Хаммера, тоже продадим сейчас. Так, все. Все остальное это было. Так, погнали, значит, ставить. У нас, получается, есть только капот. И у нас, получается, есть только дверь. О! В смысле, я же ее продал, я не понял, откуда она взялась. Такая-то еще старая дверь осталась, что ли? Так, снимаем эту дверь. Да нет, вроде от этой же тачки. Странно, я же продал ее, типа. Что за фигня? Ладно, докупаем все, короче, кроме левой двери. Погнали.
Идем в магаз и просто пишем так R8. Ух ты, сколько здесь всякого. Так. Багажник. У нас есть капот и у нас есть левая дверь. Поэтому мы берем правую дверь. Правая дверь. Берем фары. Берем передок. Берем боковое зеркало правое. Стекло кузова, стекло багажника. Передний бампер. Левое, правое стекло. Лобовое стекло. Багажник. Левое стекло кузова. Зеркало боковое. Я надеюсь, я здесь взял зеркало. Так, и... Что? Фары, да? Фары нам надо еще взять. Передняя фара раз. Передняя фара два. Двигатель. Так. Задок. Задний бампер. Левая, правая. Походу двигатель. Надо еще крышку двигателя. Ну, давайте собирать. Посмотрим, что из этого получится. Так. А. Подождите. Есть такое дело. Так, багажник не купил. Задок купил. Задний бампер купил. Задние фонари не купил. Эту штуку купил. А, этот фонарь отремонтировался у нас. То есть левый фонарь и багажник еще нам надо купить. Ну, погнали, купим. Так, левая задняя фара. И багажник. Что бы это ни было. Интересно, стекло багажника надо покупать или нет? Надеюсь, что не надо. Так, багажник теперь есть. Левая задняя фара теперь есть. Стекло багажника у меня есть, оно отлично. Так, раз стеклышко. Два стеклышка. Порог есть. Зеркальца есть. Бампер присутствует. Фара есть. Новая фара есть. Лабаш присутствует. Дверку ставим. Так. Порог устанавливаем. Зеркало еще одно. Так вот. И все. Тачка собрана. Тачка собрана, ребят. Смотрим, сколько она стоит. Она стоит, блин, копейки она стоит. Просто копейки. Нам не хватает. Нам не хватает. Чуть-чуть, буквально. Нам не хватает 10 тысяч. Чуть больше 10 тысяч. Я думаю, что это сейчас будет последний заход. И все-таки мы сможем что-то сейчас заработать. Я надеюсь реально, что это сейчас будет последний заход. Просто пипец. Это какая? Пятая машина? Шестая машина? И мы не заработали ровным счетом, ну, ничего такого прям супер интересного. То есть ничего не попадается такого, чтобы просто взял, отреставрировал и заработал сотку. Это всего лишь сотка, вы понимаете? Типа 500 за серию, это как будет долго. Но! Еще одна RX-8. Ну, типа сразу да, наверное. Наверное, сразу да. Просто ради приличия сейчас еще пробегусь здесь. Типа, может что-то еще такое прям выстрелит классное, но может и нет. Сейчас раз Макларен и 500 получится. Ага, два Макларена. Че это, Цешка или Ешка? Ешка. Ешка дорогая. Ешка реально может дорого стоить. Больше ничего нет. Я покупаю Ешку. Я покупаю Ешку. Мы ее сейчас с вами восстановим. Так. Купить. Хотя подождите, подождите. Мы ее за 20 только продадим. А купим за 28. Ну, думаю, да. Давайте. Ладно, ладно. Посмотрим, что из этого получится. Просто в гараж. В гараж. Быстрее. В гараж. Давай. Ай, жесть какая.
Наверное, час уже серия длится. Не знаю просто, сколько я потерялся во времени. Но это жестко, ребят. Это просто жестко. Тут челлендж, челлендж для вас, друзья мои. Просто челлендж для вас. 5000 лайков, и мы будем зарабатывать 200 тысяч. Так, Ешка. Дверь. Капот. Багажник. Фонарь. Фонарь. Салона у нас вообще нет никакого, получается, поэтому... Блин, вообще никакого сиденья нет, и руля нет у меня никакого. Поэтому сразу идем сюда. Сразу идем просто в салон. Покупаем какое-нибудь недорогое креслице. Ну, типа вот это, наверное. Так, и руль какой-то. Руль тоже какой-нибудь недорогой нам нужен. Но в Мерседес, поэтому, ну, типа, может... О, за 100 долларов классный руль. И недорогой. И классно выглядит. Так, салон. Отлично. Блин, а руль-то... А чё, руль-то нет? А руль-то нет, слушайте. Руль, походу, это тоже деталь отдельная. Так, погнали. Химчисточку салона сделаем. Я уже прям такой что-то мореный, потому что, ну, сами понимаете, сложное задание. И наш Мерс стал на 1000 дороже. Классно. На 1000 дороже. Так. Сейчас мы эту 1000 нивелируем с помощью сварочника. Вот она сейчас просто чпак и закончилась 1000 наша. А Мерс дороже не стал. А, нет, стал 1000 также. Погнали чинить запчасти. Капот починен и один фонарь починен. А, и багажник. Хорошо. Багажник раз, фонарь какой, вот этот? Нет, вот этот, значит. И капот. Все, остальное все покупаем. Это у нас Е63, насколько я понял, да? Е63 купе Lite Edition. Хотя он нифига не купе. Так, нет, не здесь пишем. Вот здесь пишем. Е63. Просто пипец. Опять куча запчастей. Куча запчастей. Крышка багажника есть? Есть. Руль. Любой. Так, погнали снизу. Дверей у нас, по-моему, вообще никаких нету. Нету, нету. Габаритный огонь у нас правый самый есть. Задний правый габарит. Нет, у нас вот. То есть вот это покупаем, это покупаем, это покупаем. Дверь обычную. 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 Левая обычная. Левое стекло обычное, лобовое обычное, это обычное, это обычное, это обычное. Так, это обычное. Крышка двигателя обычный, капот есть. Это я купил, задний бампер нету. Крышка багажника есть, заднее стекло нету. Заднее правое, заднее левое. Все. Вроде все купил. Давайте собирать, смотреть, что получилось. Лобач новый. Дверь новая. Порог новый. Это есть. Это есть. Так. Это хорошо. Стекло зашло. Вот это новое все я купил. Блин, Е63 вообще очень красивый вот в этом кузове, прям супер топ. Так, а тут я порог не снял. То есть будем снимать его. Так, ну-ка. Бамперок. Фары. Пипец, я что-то на запчасти потратился. Снимаем.
Не попал. Я что-то думал, что все красные, а тут они вон какие получились. Так, во-первых, капот надо открыть, потому что здесь есть типа вот такая штука. Во-вторых, как-то вот. Так, ну-ка. А если мы вот так сделаем? О. Так, теперь дверь опять соберем. Порог-то я поставил вроде, да? А вот здесь порог не поставил. Ставим новый порог. Ну и все. Теперь тачка собрана. Смотрим, сколько оно стоит. 52 тысячи оно стоит. И что-то опять нифига не выгодно. Что за фигня, что опять не выгодно-то? Я в минусах. Я в минусах, блин. А, потому что я купил эту тачку. Подождите, подождите, за сколько я могу ее сейчас продать? За 16. Мне не хватит. Мне не хватит. Так, сиденье. Мне надо ее починить. Мне не хватает. За 16, да? Мне не хватает же. Мне не хватает, по-моему. Так, 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 так. Кузов собрать, сиденья нету. Спортивное сиденье, короче, надо. Так, ладно, спортивное сиденье покупаем. Я просто все уже, все у меня. Спортивное какое-то сиденье. Нифига не стоит сколько. О, за 350 нормас. Так. Спортивное сиденье. Впервые, по-моему, угадал с сиденьем. Быстренько тащим. Мне 20 тысяч надо, типа. Мне только 20 тысяч надо. Все. Если там будет 20 тысяч. Куда я поставил? Не сюда поставил уже его. Так, к воротам. Если 20 тысяч сейчас будет, все. 20 тысяч, 20 тысяч. Блин, 19 700. 19, 19 670. По-моему, все равно не хватает. Может, у меня что-нибудь осталось на нее, типа. О, капот остался. Может, дверь какая-нибудь. Лобач, может. Есть лобач. Тут что-нибудь есть? Нет. Задний бампер, может? Нет. Ну, пожалуйста, пожалуйста, стой. 20 тысяч. Все, пошло оно все нафиг. Все. Все, ребята, 100 косарей. 100 косарей, даже больше 100 косарей. 102 тысячи заработано за серию. Фух, я вам скажу, это нифига не легко. Но 5 тысяч лайков, и мы сделаем 200. 200 тысяч за серию. За ваши 5 тысяч лайков я сделаю 200 тысяч за серию. Поэтому все зависит от вас. Если вам понравилась эта серия, понравилось мое мучение, ставьте лайк, пишите комментарии и всем пока.